службы безопасности. Все понятно, спасибо. Вы на память, видимо, фотографируете? Да. Ты радуешься, да? Почему радуемся? Решение суда исполняют, правда же? Вы же сами отказались это делать. Я не отказался. Я сам добровольно заходить и снимать внутрь, демонтирую. Так как Илай Ахметов мне просил 1 миллион взятки, чтобы я его документировал, я не даю миллион, поэтому он так делает. Я был у них несколько раз. Я обратился в военный, комиссариат. Я несколько раз писал письмо местной власти, чтобы разрешите строительство, дайте мои земли, это здание моя собственность, принадлежащие земли. Они не дают мне, просят деньги, огромную сумму, чтобы мне дать земли, мои земли, которые мне положены. Анкеевцы я ходил, сказали, пока миллион не получишь, стол, ничего не получишь. Ахметова ходил, пока сказали, миллион не получишь, ничего не получишь. Потом Канзас Сергей, депутат, зам Илая, приходил ко мне. Там есть этот, сейчас я его фамилию посмотрю, скажу вам, кто. Сейчас его. Не курите, пожалуйста. А? Не курите, пожалуйста. Спасибо. Бардышев, или как там? Нет такого депутата у нас. Не депутат он. Бардышев, который... Бердышев. Который управляет правовое управление. Правовое управление. Вы пишете, вы будете показывать? Или действительно? Вам могу доверять? Конечно, мы пишем и покажем. Вы все вот это покажете в телевизоре? Вот я когда строил это здание, это было в 2013 году, земля относилась Министерству обороны. Я письменным видом обратился в Министерство обороны, тут была перестройка была. Вот эта перестройка демонтировала как складские помещения. Они мне дали добро, так как земля принадлежала им, я не строил, а я реставрация делал. Потом обратился, я до этого обратился в 2013 году, у меня есть все копия, сколько раз я обратился в администрацию. Они мне все время отказали, что эта земля не нам принадлежит, а принадлежит это Министерство обороны. Я вышел, поездил, читал, нам обратился в Министерство обороны. Они в целях помочь мне начинали мне помогать, кое-как и действовал. Но когда я им обратился насчет земли, они сказали, что в 2015 или 2016 году будет передаваться земля администрации Ачинск города. Оттуда имеют право получать на собственные здания, принадлежащие территорию. Так как я несколько раз приходил, они, Илай Ахметович, Анкеевич, они мне огромную сумму денег, а я не могу это деньги давать, так как это здание разрушится. Я здесь минный рынок строю, можете зайти посмотреть, чтобы рабочие, люди кризис страны, да, люди где-то работали. Вы меня, простите, Анкеев и Ахметов вам предлагали деньги? Они у меня требовали деньги, чтобы... узаконить мои построения. А мне не хватило средств, им не мог давать деньги. А сколько они у вас требовали? Они миллион деньги просили. Миллион. Рублей? Миллион рублей, да. А потом... То есть вы должны были в кассу заплатить? Или куда нет, вы должны были? Карман. Какой касса? Официально я все сделал. Что надо было? Проект делал. Нет. Это до проекта. Еще когда я обратился, они перед выборной комиссией, когда у них был выбор, они отправили Канзас Сергея, он депутат, не знаю, зам Илая, ну как-то, Канзас Сергей его зовут. Он подходил ко мне из Бердышева. Бердышева. Они сказали, дай нам 300 тысяч рублей, помоги нам в выборах, а мы вам скажем, какой документ надо собирать. Я им... Это в каком году были? Это был в 2015 году. В 2015 году я сделал все, я им дал это деньги. 300 тысяч дал я, так что боялся, что сносит мое имущество.
Ну, подождите, так как... подождите, а вы каким образом дали и кому эти деньги? Я Сергею, Канзас Сергею отдал с Бердышева, они место, приходили, сказали, все документы будут законно. И мне дали список, делать документы. Подождите, вы каким образом передали? Просто или чек какой-то вам выдали? Расписку? Никакой чек. Они сказали мне, нам помоги, спонсорскую помощь, как предприниматель на выборах. Этот деньги уйдет не нам в карман, а на выборах. Ну, так как этот местный власть, я не мог отказаться, я выделил им 300 тысяч, чтобы выборы прошли по их сторону, они выиграли выбор. И они, я надеюсь, что они мне помогут. Они вместо помощи, они мне уже делали другой, видите, какой проблема. Они нам не дали список, что приготовь заключение, приготовь пожарка, приготовь проект, приготовь все. Все приготовили? Я все проекты, все документы, вы поднимите, поднимайтесь, пожалуйста, вверх ко мне. Все есть. Я все документы вам покажу, какой они мне дали. Указания, чтобы приготовить. Так как они, как я им спонсорскую помощь делал, и они тоже хотели мне типа помочь. Ну, они мне развели, они взяли деньги, я их сейчас требую, они говорят, мы сейчас будем оформлять как вымогательство, всякое-всякое. Они мне и деньги мои не отдают, и документы не делают. И решили, чтобы снести его. А скажите, у вас какие-то доказательства есть того, что у вас Аникеев с Ахметовым требовали миллион, а Бердышев с непонятно каким человеком взяли эти 300 тысяч? Ну а как я могу? Я их не снял, а я знаю, я могу показать, что кому я отдал деньги, где отдал деньги. Там у них есть этот какой-то автомагазин, перед это Сергея. Я думаю, его магазин. Вот мне звонили, поехал я туда. Можно снять это в этих годах. Короче, документов никаких, доказательств. Доказательства как может быть, когда взятка отдаешь? Его же невозможно фиксировать. Ну, так что они свое дело сделали. И деньги все. Имели, и все. Спасибо. Ну, я оставлю вас в этом. Да? Телефон свой оставлю. Угу.